Check it. Так, ну, говорили мы в одном из видео про квартиры в Германии. Сколько стоит съем квартиры? Примерно 500 евро. 500-600 евро. Это не Берлин. В маленьком городочке, в небольшом, провинциальном, стоит квартира 500-600 евро. Плюс свет отдельно, интернет отдельно, отопление, не знаю, не входит тоже, да, или входит? Входит, да? То есть, если вы, то есть, есть какие-то нормы по отоплению, по электричеству, наверное, тоже. То есть, если вы раз в год перерасчет делают, если вы перерасходовали, вы потом еще дополнительно заплатите. Вот. То есть у них нету такого, что ты каждый месяц там, каждый месяц какую-то сумму среднюю снимают, уже знают, как вы расходуете приблизительно. Какая машинка стоит красивая. Вот. И если вы перерасходовали, вам, значит, это вас дополнительно придет счет, и вы еще дополнительно заплатите. Если вы экономно расходовали, потребляли ресурсы, то вам еще вернут денежку. Вот смотрите, как растет трава на крыше. Парковочка. Парковка или это зона отдыха? Непонятно. Вот. Что еще рассказать? Ну вот, заезжаете в квартиру и покупаете мебель. Кстати, мебель здесь качество очень не очень. Цены космические. То есть за кровать, например, там за 1000 евро, это будет очень некачественная кровать. Вот. Поэтому с мебелью, здесь мебель плохого качества. Вот. Все дорого, ну как и везде. Доходы не совмещаются с расходами. Вот так. Но это в любой стране, у всех одинаковая жизнь примерно. Что люди выживают просто. Такая система мировая. А в магазинах, хочу сказать, я там снимала, вы тоже все это либо видели, либо увидите. Выбор товара очень большой. То есть ассортимент огромный, я бы сказала. Фишка, что мне нравится в Германии по поводу, это шоколад. Шоколад недорогой и огромный выбор шоколада. Он вкусный, он качественный. Потому что, если говорить про нас, то сейчас у нас вообще очень дорогой шоколад и некачественный. Осталось мало производителей, там раз-два я обчелся. Цены космические, потому что все сейчас выживают. Ну, естественно, экономят на качестве продукции. Плюс цены, мне кажется, даже на продукты. Может, вот йогурты, например, дешевле, чем у нас. И опять-таки ассортимент огромный. У нас там два вида, три вида, там, я не знаю, вкусов там. А тут здесь их просто десятки. Маленькие, да, такие красивые. Мостик впереди. Живописно. Живописно, тихо, спокойно. Такой, я бы сказала, курортный городок, только без моря. Вот. Ставлю еще. Идите.
старинные шторки, вот эти висят гординки, как у нас у бабушек, да? Ну, видимо, здесь, может быть, бабушки и живут, скорее всего. Можем на тротуарчик заехать или не стоит. Может, удобнее будет ехать. Вот, что еще рассказать? Что-то я много чего хотела рассказать. Отвыкли общаться. Война нас отучила общаться на камеру. Потому что ничего нельзя рассказывать. Сегодня с окошка наблюдала такую картину. Идут бабушка с дедушкой, с ходунками, у них здесь это распространено. Люди на колясках инвалидных, и на ходунках, они не стесняются, они ходят, гуляют. Может быть, условия более подходящие, не знаю. Вот. И вот идут бабушка с дедушкой, рядышком, с ходунками. Всего лишь 47-й год, или это что-то надо перевести. Аусфа. Интересно. Вот. Шли, потом остановились, они, наверное, устали. И оказывается, на ходунки можно сесть, вот как кресло. То есть так идут ходунки, а раз, можно сесть. Вот, они сели, посидели, сидят, общаются. Ну, что дальше было, я уже не знаю. Пошли они дальше, наверное, гулять. Ну, в общем, интересно так наблюдать. Что-то есть то, что нам нужно взять пример. Что-то, какие-то моменты есть, которые мне нравятся. Ну, а так, в целом... Ну, просто менталитет другой, другой жизненный уклад. Мы просто не понимаем их, а они не понимают нас. Совсем разные культуры, разный образ жизни. Поэтому мы друг друга никогда не поймем. Вот. То есть, не знаю. Есть такие моменты, я бы сказала, что уровень жизни у нас выше. Стремление, наверное, не знаю, трудно сказать. Так это пока. Тут тоже идет замок, лежит стена.
то есть это звездой, замок звезда. У него получаются всякие вот эти конечности. Красный каштан или розовый. Много здесь есть таких. Парковки все платные, вот тоже платная парковка. Ну вот на парковках у супермаркетов бесплатно. А так везде нужно платить за все. Такие улочки старого города. Домики такие. Ну вот, новостроек у них нет. Вообще они не строят новые дома. Вот кто что есть, вот это и есть все. Новое строить мы не строим. У нас много строек. Даже в маленьких городах стройка идет. Здесь вот старый фонд. Очень старый фонд. И живут.